Усиливают работу и ветеринары Павлодарской области, правда, после строгого выговора от областной прокуратуры. Представители надзорного органа выявили многочисленные нарушения. Это несоблюдение законодательства и отсутствие контроля за содержанием скотомогильников. Сейчас в области имеется 322 места для захоронения скота, и только 28 из них соответствуют санитарным нормам. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечены 111 административных лиц и 53 специалиста, допустивших нарушения. По закону акимы всех уровней должны обеспечивать ветеринарные пункты помещениями, создавать условия для работы ветеринарных врачей. Из 148 ветпунктов собственные помещения сегодня в области имеют лишь 10. Остальные расположены в акиматах сельских округов. В данное время разработан план по финансированию строительства типовых скотомогильников и типовых ветеринарных пунктов по области. В первую очередь мы будем строить в опорных населенных пунктах.